Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна. Я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Рада снова встрече с вами и с удовольствием ознакомилась со всеми работами, которые были предложены к моему вниманию. Прежде всего, хочу поздравить всех с новым 2022 годом. И надеюсь, этот год принесет нам успеха и творческих результатов. Самое главное, конечно, желаю всем здоровья. При оценке работ я руководствовалась такими принципами, как индивидуальность, творческий подход, грамотность исполнения. На этот раз было предоставлено к моему вниманию много детских работ, чему я очень рада. Благодарю тоже организаторов конкурса Golden Time за возможность, которую они предоставляют вам участвовать и проявлять свои таланты. Хочу отметить наиболее удачные работы, которые я оценила максимально, то есть в 10,9 баллов. Работы меня покорили, и кратко я охарактеризую их. Лухорова Арина, 10 баллов, натюрморт. В этой работе чувствуется целостность, выразительность и грамотное исполнение. Максимов Дмитрий, интересная идея, неповторимые образы, индивидуальность. 10 баллов. Осипов Даниил, изображение луга, поля, поляны, интересная идея пейзажа, насыщенные цвета, грамотность выполнения. Симко Дарья, 10 баллов, пейзаж. Пейзаж просто завораживает. Лисова Вероника, 9 баллов, морской пейзаж, интересная работа, уникальный подход с первым планом, изображение подводного мира. Необычный подход. Лященко Майя, 9 баллов. Изобразила Лондон. Интересная работа. Бибаева Алина, натюрморт, 9 баллов. Школа колорит. Удивительно, что ученики этой школы проявили себя в этом конкурсе с одним и тем же натюрмортом. Хотелось бы больше индивидуальности. Это я хотела бы отметить. Значит, Бибаева Алина, натюрморт, школа колорит, 9 баллов. Ярема Роксолана, 10 баллов, пейзаж, горы, скалы, море. Работа заставляет чувствовать, ощущается свежесть, чувствуешь. Виктория Карикова, натюрморт, школа, опять же, колорит. Грамотность исполнения, индивидуальный подход. Хотелось бы чувствовать индивидуальность. Тен Мария, две работы, 10 баллов. Завораживающая работа, идея восхитительная, зимний поезд, натюрморт, пейзаж зимний. Абсолютно чувствуется эта свежесть, этот холод. Вторая работа – это морской пейзаж, маяк. Образные работы, индивидуальный подход, мастерство, грамотность. Работы восхитительные. Присутствует передача настроения. Тиглёв Гордей, 9 баллов, 3 работы. Космонавт Гагарин, одна из работ, и две работы я оценила в 10 баллов. Хорошее исполнение, ну и идея, конечно, интересная. Баландина София, две работы, одна из работ мною оценена в 10 баллов. Натюрморт, живая гамма, удачный колорит, целостность, грамотность, очень достойная работа. И вторая работа, 9 баллов, выполнение тигра. Символическая идея, конечно, тематика, индивидуальный подход, интересная техника исполнения. И последняя работа, которая мною оценена была в 10 баллов. Хочу сказать, к слову, что Тлустова Дарья предоставила на конкурс три работы.
Два портрета я оценила в 10 баллов, и портрет, один из ее работ, в 9 баллов. Поздравляю всех участников конкурса, что вы проявляете свое творчество, участвуете, стремитесь, дарите миру этот замечательный, восхитительный мир, мир искусства. И вы знаете, недавно, буквально на днях, я столкнулась с одной фразой, которая меня просто покорила. Хочу поделиться с вами. Это слова Бертольда Брехта, германского немецкого драматурга, режиссера и поэта. Послушайте, все виды искусств служат величайшему из искусств, искусству жить на земле. Поэтому давайте стремиться жить на земле с какими-то высокими идеалами. И, естественно, мы, художники, дарим этому миру все прекрасное. Поэтому рада была ознакомиться с вашими работами. До новых встреч и привет из солнечной Греции. До свидания. Пока.